Дорогие друзья, приветствую вас. Я сейчас хочу коротко рассказать о распродаже. Посмотрим все предложение и посмотрим, что я заказала в итоге из этого предложения. Так, вот перед нами листовка о распродаже в формате PDF. Ее можно скачать с сайта Oriflame. Она проводится с 14 января до 20 января до 22 часов по московскому времени. Значит, первое предложение: купи из этой распродажи на 199 рублей и получи возможность приобрести игрушку антистресс лошадка всего за 39 рублей. Ну, всех, кому это интересно, символ позапрошлого года. Ну, кому просто нужна игрушка антистресс. Ну, то есть, это игрушка, которая по типа ручного кистевого эспандера, вы будете сжимать и тем самым разряжать напряжение. Так, и давайте посмотрим, что здесь. Туалетная вода Тайкун по 899 рублей со скидкой 48%. Ну, кому нравится этот аромат, прошу не затягивать с заказом. Так, сахарный скраб для тела, молоко и мед, золотая серия, 299 рублей, 63% скидки. Я подозреваю, что это из предыдущей коллекции, то есть не из обновленной, а из предыдущей. Но я думаю, суть этого сахарного скраба не поменялась от этого. Я ни разу не пользовалась этим скрабом, но всегда хотела. И вот это для меня отличный повод воспользоваться, хотя 300 рублей не самая низкая цена, но, наверное, ниже уже не будет. Ну, просто сейчас мне скраб не помешает, я беру. Крем для кожи вокруг глаз, виноград из серии «Секреты природы» Nature Secrets по 129 рублей. Это 10-миллилитровый тюбик. Крем серия «Виноград», она позиционируется как антиоксидантная для любого возраста, для любого типа кожи. Содержит экстракт косточек винограда, я полагаю, который является антиоксидантом в данном, антиоксидантным ингредиентом в данном. Так, дальше идет код 30116, набор «Экологен». Вот это предложение отличное, 329 рублей, 50% скидки. Это набор миниатюрочек, так, по-моему, 5 мл крем для век и по 10, если не ошибаюсь, мл дневного и ночного крема из серии «Экологен». Также из предыдущей, необновленной серии. И я очень рекомендую вам попробовать, потому что брать продукты целиком, ну, будет накладно, если вдруг что-то не подойдет, потому что вот эти все вот дорогие продукты уходовые, они могут быть, ну, в общем, степень аллергенности в них выше. Ну, вообще, собственно, аллергия может быть на что угодно, но просто вот когда очень много ингредиентов таких технологичных, высокотехнологичных, лучше, да, опробовать. Пробник, возможно, вам не даст той пробы. Если, конечно, реакция будет сразу резкая, аллергическая, то это будет понятно. Но у меня, например, эффект идет накопительный. То есть вначале вроде бы ничего, а потом смотришь, через полмесяца, а оказывается, нет, не идет. Вот для такого случая этот набор отлично подходит. Я, к слову, брала этот набор, у меня все было прекрасно, мне подходило, как будто бы эта серия, но я все-таки на целую так и не решилась. Ну, потому что я уже как бы выпадаю из этой возрастной категории, а мне нужен крем более серьезный. Ну, в смысле, постарше, я хотела сказать, для более старше, для более возрастной кожи. Так, поэтому вот не пропустите, тем более, что там очень удобная косметичка. Она такая прозрачная, с прозрачными стенами. И такая компактная, туда много чего поместится, а сама она не займет много места. Как дорожный вариант, такой очень удобно. Ну, или с собой в сумочке носить, тоже она, в общем, не очень много места займет. Так, крем для рук Афина, 47%. Ну, кремы для рук я вообще очень редко. У меня, собственно, один крем
наверное, орифлеймовский, который подходит, от которого я вижу эффект. Так, поэтому ничего не могу сказать. Афина, он такой парфюмированный крем из серии аналогичной, из лимитированной серии. Так, питательный бальзам для губ макадами. Всех, кому актуально иметь бальзам для губ, не пропустите. Здесь очень приятный аромат у этой серии макадамия. Ну, собственно, наверное, ореха макадамия. Но по отзывам там пишут разное, потому что, ну, я, например, не знаю, какой аромат у макадамии. Так, питательная маска для лица макадамия. Я слышала, 39 рублей. Для консультантов получается 31. И я слышала хорошие отзывы об этой маске. Здесь в саше достаточно продукта, не помню точно сколько, но я так подозреваю, что хорошая такая порция. Вот, хватит не на один раз явно для меня, во всяком случае. Питательные маски для меня, для возрастной кожи актуальны. Я решила попробовать. Потом я почему-то не отказалась от крема, питательный крем для лица макадамия, так как подумала, что на холодный сезон не будет лишним. 150 мл, кажется, или 75 мл в этой баночке, ну, достаточно солидная. В отзывах на iRecommend пишут, что, ну, в общем, людям нравится дизайн, такой очень милый, симпатичный дизайн. Простая, недорогая серия. Очень, почти все отзывы хвалебные, самые отрицательные 4 балла из 5 дают. То есть каким-то придираются, каким-то нюансам. Вот, поэтому я взяла. Вернее, я сначала взяла, потом отзывы почитала и не пожалела. Дальше. Гель для душа с антибактериальным эффектом, код чистоты Grapefruit. Тоже лимитированная коллекция была в этом тренде, код чистоты. Грейпфрут. Грейпфрут я всегда не про, ну, всегда цепляет мой взор это слово, потому что я где-то когда-то прочитала, что ученые установили, что аромат грейпфрута дает организму, как это, господи, называется, ну, в общем, сигнал к похудению. Вот. И я стараюсь не пропускать продукты, содержащие аромат грейпфрута. Ну, не говоря о том, что сам грейпфрут, да, тоже для похудения очень полезен. Вот, не знаю, насколько здесь содержит ли этот продукт экстракт грейпфрута, не уверена. Ну, с антибактериальным эффектом гель для душа иметь, ну, не помешает. Хотя для меня не актуально, у меня, в принципе, на теле кожа не проблемная, то есть каких-то прыщиков не бывает. Ну, может, кому-то пригодится из моей семьи, да и мало ли бывает, вот когда критические дни. Даже у взрослых женщин бывает, что какие-нибудь высыпания такие. В общем, иммунитет слабеет, и кожа так немного побеждает, на коже побеждает какая-то другая микрофлора временами. Так, детский тальк 159. 50% скидка. Ароматизированный тальк для тела Giordani Gold. Никогда не пользовалась такими продуктами, не испытываю нужды. 119 рублей. Укрепляющий кондиционер для ресниц. Очень многие любят этот продукт. Это, наверное, из предыдущей коллекции, я подозреваю. Не знаю. Но мне лично такой кондиционер, как мертвому припарка. Я, правда, не пользовалась лет 10, наверное. Может быть, предыдущие версии этого продукта были слабее, но я абсолютно ничего не замечаю на своих слабеньких тоненьких ресницах. Так, губная помада Цветомания, нежное сияние, малиновый джем, клубничная пастила, никогда не пробовала. Всех, кто любит помады из этой серии, ну, Вереми, типа Вереми, не проходите мимо. В общем, люди хвалят, тем более такие тона данные, которые подойдут наибольшему количеству пользователей. Жидкая подводка для глаз Кликет зеленый. Вообще Кликет очень неплохие продукты, недорогие, для своей цены особенно недорогие. Зеленый я лично никогда не использовала, мне очень хочется попробовать.
Я слышала один отзыв, что есть такая проблемка, что зеленый пигмент трудно смывается. Это от Алии я слышала. Я не знаю, ну для меня это не проблема. Я бы взяла, но так просто побаловаться, поэтому, когда экономишь деньги, в общем, этот продукт не попадает в корзину. Мягкая подводка тени для глаз, идеальный штрих, лиловая дымка, 189 рублей, 60% скидки. Очень странный продукт со странным аппликатором, я его не пробовала сама, читала отзывы на форуме, что очень сыпется, сыпучий очень продукт, то есть у вас под глазами будет грязновато. Так, тоже неплохая помада из давнишней коллекции, 100% цвета, фрезия, это лимитированная была весенняя коллекция. Цвет алый, очень хочется взять, но помады у меня много, поэтому я делаю выбор, предпочтение отдаю более дорогим коллекциям. Так, компактная пудра «Секрет молодости» Giordani Gold, естественно, бежевый. Я бы взяла, может быть, компактную пудру, но не за 500 рублей, подешевле и неестественно, и не бежевого цвета. Карандаш для глаз The One натуральный, подводить сводную линию, делать глаза шире, 149 рублей, 68% скидки. Тоже можно, но я не стала, потому что у меня из предыдущей коллекции карандаш еще есть, но эти карандаши лучше, чем предыдущая коллекция, обновленная серия, в общем, намного лучше, лучше держится. Так, лак для ногтей «Весенняя романтика», не указан, как называется цвет, можно, конечно, поискать. Это тоже Вереми, лимитированная весенняя коллекция. Ничего не могу сказать, но эти лаки бывают очень неплохие, а бывают не очень хорошие. Лаковая губная помада, глянцевый шик, тоже очень хотелось бы взять, но если было подешевле, я бы, может, и не прошла. Тон, видимо, элегантный бежевый. Лаковое, это очень интересно. Ожерелье «Золотой каскад». 44% скидки из недавних коллекций. Очень красивые такие под золото, под капельное золото, я бы сказала, коллекции. Дальше идет скатерть. Я не знаю, это новая или старая скатерть, новогодняя страна. Очень красивая скатерочка, но 800 рублей, я считаю, это дорого. 49% скидки. Вот эти спонжики 28-259, набор спонжей для макияжа, такой ромашечкой, ну или таким шестилепестковым цветочком по 99 рублей. Неплохое предложение, потому что эта ромашечка очень большая, то есть каждый спонжик, он отрывается, и он такой довольно, ну, нормального размера, в общем. И не могу показать какого, но вот сантиметра 4-5, наверное, каждый лепесток. Так что можно, отличные подарочки будут. Спонжики сами очень удобны, им и пудрить, тональную основу наносить, в смысле, и какие-то мелкие детали корректировать вполне. Декоративная фигурка 199 рублей. Ну, я бы хотела дешевле или вообще в подарок получить эти елочные. Она светящаяся, очень красивая. Здесь не видно, но это какая-то девушка, ангел или, ну, что-то такое. В общем, красивая фигурка довольно-таки. Набор инструментов за 200 рублей. Ну, относительно других нынешних цен в каталоге, это, в общем, невысокая цена. Ну, тем более, что для консультантов это будет 159. Можно было бы взять. Набор инструментов, штука удобная, конечно. И когда я дарила своим пацанам, в общем, они были довольны. Пацанам, зятю, сестры были довольны. Детский зонт котята по 300 рублей тоже можно было бы взять, если было актуально. Ну, кружка за 239 рублей, я считаю, это дороговато. Ну, хотя почему, можно взять. Так, вот эти тапочки «Снежная сказка» по 700 рублей, это, я считаю, дорого. Хотя, конечно... Ну, может, и смотрите сами, я не права. Складная ваза 99 рублей, дизайнерская. Такой странный продукт. Кому актуально, носить с собой складную вазу, пожалуйста. Так, настольная елка 300 рублей, золотой праздник. Это дорого для такого
для такой китайской мишуры. Шарф «Элегантная геометрия» был недавно. Красивый узор, бежево-коричневых тонах, шиммерная, как это называется, с люрексом, с таким гладким, лаковым таким. Ну, лаково очень смотрится ткань. Благодаря содержанию не только металлизированной нити, но и такой какой-то гладкой, такой капроновой. Ну, не капроновая, конечно, она полиэстер. Ну, сама нитка такая гладкая, атласная. Елочное украшение «Золотой праздник», 119 рублей. Магнит-держатель для ключей «Обезьянка». Ну, кто может держать ключи на холодильнике, может быть. Ну, почему бывают такие случаи, наверное. Прессованное полотенце «Обезьянка». Ну, хороший презентик. Обезьянки мне не нравятся, эти шведского дизайна, некрасивые обезьянки. Лучше бы восточные обезьянки. Так, браслет Possess 300 рублей. У меня есть этот браслет, не ношу, мне слишком широк, но у меня очень узкое запястье, у меня тут здесь 14 сантиметров, поэтому браслеты мне очень редко подходят. Так, ланчбокс «Веселые каникулы» 250 рублей. Тоже можно взять школьнику, почему нет, 54% скидки. Дальше идут классные аксессуары, правда, с не очень большими скидками. И недавняя коллекция Ivory, в которой был шарф-воротник и перчатки, такие под замшу, в бежевых тонах, элегантного такого цвета. Шарф по 1000 рублей, 39% скидки, а перчатки 43% скидки, 800 рублей. Так, шарф «Яркая осень» из осенней коллекции, из нынешней осенней коллекции, 600 рублей, я тоже считаю, не очень-то дешево, я бы еще подождала. Там такой абстрактный узор, местами леопардовый, но мне нравится гамма, там и рыжие тона есть, и есть капли бирюзового, то есть можно под любой, под очень многое может подойти, я это люблю. Кошелек Бьянка и сумка Бьянка с не очень большой скидкой, 47%, но для нового продукта это довольно большая скидка. Очень классная сумка, но для консультантов будет 1200, эта сумка, я считаю, дороговато, хотя уже надо привыкнуть к таким ценам. Так, коллекция «Красный апельсин», митенки, шарф и шапка. Причем шарф стоит 1000 рублей в этой распродаже. Это не очень-то дешево, 38%. В общем, в целом 40% скидка, да? А митенки за 400 рублей брать. В общем, я бы, может, взяла, если бы очень сильно поленилась вязать, потому что связать это очень просто. Шарф я бы поленилась вязать, но мне очень тяжело вязать монотонные вещи, слишком простые, где... Вот. Ну, и, может быть, бы я еще один аргумент, что пока пряжу найдешь такого нужного цвета, эффектная, чтобы была. Но поскольку в этих вещах нет ни капли шерсти, то есть все из акрила, я спокойно прохожу мимо. Хотя хотелось бы примерить, конечно, увидеть живьем. Так, дальше что? Елочный шарик 89 рублей. Здесь все равно, будь они хоть 70% скидкой, все равно дорого. Не будем. Перчатки карамель, такие длинные до локтя, 300 рублей. Ну, может быть... Мне просто ни к чему не подходит, хотя можно было бы взять. Так, очень мне, конечно, хотелось бы взять шарф Шелли. Нет, я не про это хотела сказать. Шарф Шелли из недавней коллекции, 44% скидки, можно было бы взять. Это материал называется искусственный мохер, что в основе тоже, наверное, либо полиэстер, либо акрил. Ну, смотрится красиво. Шарф «Эйфория» вообще мимо меня, потому что какая-то расцветка совсем, ну, ничем меня не цепляет. Хотя гамма такая, да, интересная, но как-то, да, мимо меня. Ожерелье «Модерн» и браслет «Модерн», очень красивая коллекция. Наранка нет. Тут у нас 600 рублей и 500 рублей. Можно было бы взять красиво, но у меня с металлом сложные отношения. Взаимоотношения.
У меня начинается зуд, покраснение от любого металла, даже от золота. Так, взаимодействие. Так, ладно, проезжаем мимо, но вы не проходите. Очень красивая коллекция. Суперская. Может, я еще и закажу. Браслет «Моя любовь». Тоже очень интересный такой браслетик, как бы под белое золото, скажем так. Тихо. И с буквами «Love». Так, туалетная вода «Midsummer Man». Можно было бы взять, 700 рублей, классная цена. Туалетная вода «Midsummer Man» мне всегда нравилась. Я, правда, не нюхала последнюю коллекцию обновленную. Но вообще всегда нравился, всегда это запах свежести, в отличие от женской. Женская вообще не мое, хотя очень многие любят, и я уважаю этот запах, но мне лично он не подходит. На себе его не люблю. Парфюмерная вода Precious Moments тоже многим нравится, она такая еще со взвешенными такими серебринками, скажем так. То есть в ней такие блестки болтаются, мелкие, мелкодисперсные. По 1000 рублей, 47% скидки. Дальше концентрированный защитный крем для рук, интенсив уход. Его не пробовала, всегда слышала хорошие отзывы о нем. Но мне слово защитный не нравится. Мне кажется, что защитный, это он, значит, содержит силиконистое что-то. Просто вот перед тем, как работать, вы наносите и тем самым защищаете. То есть он создает какую-то пленку защитную. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы крем впитывался в кожу. Крем для рук и тела, инжир и лаванда, спрей для тела, инжир и лаванда. Этот крем, по-моему, 150 мл, в общем, большая банка такая. И аромат релаксирующий, по многим отзывам. В общем, можно было бы взять, ну, 250 рублей, может, бывает дешевле, наверное. Очищающие влажные салфетки для рук, нежность. В каталоге представлены они чуть-чуть подороже, может быть, рублей на 20, да, я не помню. А здесь 52% скидки, можете взять, иметь с собой в сумочке эти салфетки, никогда не помешают. Гель для душа «Знойная Танзания», я здесь задалась вопросом, может быть, это 400 мл, нет, это не большой объем, это обычный объем, 250 мл, 99 рублей, для вас это будет 79, для консультантов я имею в виду. Так, палитра губной помады «The One», высокая мода и современная классика, в каталоге они представлены, наверное, по 500 рублей, а здесь по 400, то есть для вас будет 319. Тоже можно воспользоваться. Стойкая матирующая тональная основа в 4 тонах по 500 рублей. 42% скидки. Тоже можете. В общем, матирующая. Ну, из предыдущей коллекции действительно матирующая. То есть вы наносите, и у вас не будете беспокоиться о жирном блеске, о том, что ваше лицо поблескивает некрасиво. Неопрятно поблескивает салом кожным. Так, набор для коррекции бровей The One тоже в каталоге в действующей представлен со скидкой. Стоит 500 рублей, а здесь 400 рублей. Для вас будет 319. В общем, я не прошла мимо. Так, стойкий лак для ногтей The One, ночной пурпур. Ой, такой красивый цвет, так хочется взять, но я прошла мимо. Для нас это будет 159, я посчитала, что... Не вписалось в бюджет, в общем, это средство. Дальше тени для век «Романтика» и «Сити» по 339 рублей, 44% скидки. Ну, раньше эти палитры были представлены в другой коллекции, 100% цвета, кажется. А теперь они в коллекции «Вереми». Поменялись они от этого или нет, по составу не знаю. Поменялся немного дизайн крышки. А палитра совсем не изменилась. Так, дальше Вереми матирующие компактные пудры. Неплохие пудры. 159 рублей обойдутся вам. Можно взять, почему бы, как такой бюджетный вариант, почему бы нет. Нормальная, хорошая пудра. Ничего плохого не могу сказать. Хотя я не пользовалась. Объемная тушь для ресниц. Кликет черный и жидкая подводка синий. Вот то, что как раз в каталоге, наверное, на 20-30 рублей дороже в каталоге, здесь можете взять подешевле до завтра.
Так. Компактная тональная основа в 5 оттенках. Все оттенки здесь представлены. 600 рублей, то есть 50% скидки. Тоже можно взять неплохой продукт. Сейчас так получилось, что у меня позаканчивались мои тональные основы, к которым я привыкла. И получается, что из всего, даже вот учитывая вот эту, не орифлеймовскую, ревлон, получается, что лучше всего справляется, делает тон кожи ровным, рельеф гладким, именно вот эта компактная тональная основа. Вот, так что я рекомендую. Хотя я говорила, что не люблю за то, что этот продукт накапливает в себе. Этот продукт накапливает в себе, ну, всякую пыль собирает, становится мусоросборником. Но тем не менее, сейчас я. И очень удобный спонжик. Он такой микропористый. И форма его удобная, он такой полумесяцем, и этими уголочками вот можно, он, этот уголочек может подобраться даже под глаза. В общем, попробуйте. Хороший повод. 50% скидки. Так, дальше подтягивающий лосьон для тела Body Active, но у меня еще не закончились старые кремы, подтягивающие антицеллюлит, поэтому прохожу мимо. Мягкий скраб для лица интенсивного увлажнения, очень хотелось взять из серии Optima. Мягкий скраб, такое привлекательное название, но я отдала предпочтение другому. Интенсивный разглаживающий крем бальзам для лица тоже представлен в каталоге, с меньшей скидкой, а здесь больше. Из серии Код Чистоты дана дополнительная скидка на лосьон тоник, предотвращающий появление черных точек, и на маску. Маска с глиной, кажется. Такая очищает поры за счет удержания глины. Так, ну вот и все. И давайте посмотрим, что же я взяла. Так, я взяла набор для коррекции бровей. Я взяла мыло из каталога. Кстати, мыло вот эти, которые, ну, сейчас увидим, заканчивались, которые более, которые дешевле стоили. Я взяла скраб для лица «Малина», которого нет в распродаже, но он и так привлекательный цена. Причем взяла две штуки, потому что мне его заказали. И, ну, в общем, тому, кто заказал, вот себе. Гель для душа, Код Чистоты, Грейпфрут, я взяла 95, он для нас. Маска для лица Макадамия 31. Крем для нас 79 рублей. Скраб для нас, сахарный скраб, молоко на 239 рублей. О, предвкушаю этот аромат. Дальше, ремень Эми. Это по предложению продукт вместо доставки. То есть доставка для нас от Иркутска до Улан-Удэ стоит 147 рублей, компания начисляет. И если берете этот продукт, то доставка будет 0 рублей. То есть отсюда, если вычесть 147 рублей, вот получится цена этого ремня Эми. Ремень Эми, это, по-моему, такой плетеный, я даже не пересмотрела. Ну, мне нужен такой ремень, почему бы его там за 100 с чем-то рублей, 130, да, получается, почему бы не купить. Так, возрастной крем для рук интенсив уход, вот об этом креме я говорила, он единственный из всего того разнообразия, что есть в Oriflame, только этот крем мне подходит, но выполняет те задачи, которые мне нужны. Впитывается кожа, моя очень сухая кожа рук его впитывает и становится гладко, он действительно действует как антивозрастный. И я взяла его по программе лояльности, то есть бесплатно, за 1 рубль. Так, пакет 3 рубля. И вот мыло «Романтика Парижа», мыло «Свежесть Исландии» и «Знойная Танзания». Они, если их берешь две штуки, стоят 28 рублей. И их нет на складе. Может появиться. Мыло «Яблоко и корица» и подарочное мыло «Звездное сияние» по 44 и 55 рублей. Тоже отсутствуют на складе, но они хотя бы зарезервированы. То есть при следующем заказе, если я буду брать, то они будут, их положат в заказ. Автоматически упадут в заказ. Пена для ванн, «Шоколадные грезы», написано «Не для продажи, продукт по акции». В общем, мне заказали пену для ванн,
Я перерыла весь каталог, все позиции прошлась на сайте. Единственная пена для ванн, которая присутствует, это шоколадные грезы. И всего 180 рублей, это 300 мл. Я слышала много отзывов, сама не попробовала ни разу, что очень-очень шоколадная пена для ванн. А какая акция, я не могу понять, я так и не поняла. Подскажите мне, я так подозреваю, что он из вкладки в каталоге, но у меня нет бумажного каталога, поэтому вкладки это я не вижу. Возможно, там бывает, что купите из этой вкладки на такую-то сумму, и тогда получится возможность приобрести пену для ванн по такой-то цене. Может быть, это вот такая акция? Подскажите, кто знает. Так, набор полотенец не пробился, поскольку не выполнилось условие, нужно на какую-то сумму, на 1000 рублей заказать из каталога, тогда будет набор полотенец за 399 рублей. Вот таким образом сложился заказ. Итак, если вам было интересно, не забудьте поставить лайк этому видео, задавайте вопросы, ответьте мне на мои вопросы об этой акции, в частности, поделитесь своим мнением об этой распродаже, хотя она заканчивается завтра. Уже завтра это будет не актуально. Я с вами прощаюсь, желаю вам отличных заказов, получить максимальное удовольствие от заказа. Орифлейм от этого шопинга. Здоровья, удачи, счастья, успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Аина.